Здравствуйте! Сегодня мы займемся очень-очень полезным делом. Мы отреставрируем вот этот старый стул. Потрепанная мебель еще не повод от нее избавляться. И прежде чем выбрасывать старую, хорошенько ее изучите. Мы видим изношенное сиденье, потрескавшийся лак, но не переживайте, мы сейчас все исправим. Для начала нам нужно снять сиденье. Для этого нам понадобится шуруповерт и накачанные бицепсы. Стул нам нужно очистить от многолетней грязи и старого лака. Есть вещи, к которым мы настолько привыкли, что даже не задумываемся о их происхождении. А знаете ли вы, что прародителем стула был трон фараона? И на протяжении многих веков это было привилегией исключительно представителей высшего общества. Производились эти стулья из чистого серебра, и поэтому на них было очень неудобно сидеть. Поверхность готова, теперь мы можем красить. И для этого нам понадобится белая водоэмульсионная краска. Водоэмульсионная краска достаточно легко наносится и быстро сохнет, поэтому у вас не должно возникнуть никаких проблем с покраской. А чтобы дерево не просматривалось, нам нужно нанести два слоя краски. А пока вся эта красота будет сохнуть, мы займемся сиденьем. Нам нужно избавиться от старой ткани. Не бойтесь, ему хуже уже не будет. Это нам уже не пригодится. Обтягиваем сиденье новым синтепоном и фиксируем клеевым пистолетом. А теперь мы можем приступать к обивке тканью. Мы кладем сиденье на ткань и вырезаем по форме сиденья, оставляя с каждой стороны по 3 сантиметра. Теперь переворачиваем ткань к нам изнаночной стороной, кладем само сиденье и фиксируем клеевым пистолетом ткань по краям. Ждем, пока приклеится, и хорошенько натягиваем с другой стороны. Чем прочнее ткань, тем дольше она прослужит. Краска подсохла, сиденье у нас готово. И теперь мы можем прикрепить его к основанию стула. Этот стул идеально впишется в новый интерьер. Экспериментируйте!